Каменское центральное водоснабжение. Весной бак был новый установлен, помытый, чистый. Вот за 3 месяца. Вот такое вот болото собралось. Это наша вода, которая течет с крана. Рыбок нет пока. Бак был полностью закрыт летом, ни разу не открывался. Вот сюда подавалась вода и все время был закрыт. За 3 месяца ни разу не открывался. Вот такой осадок. Запах водички прямо как из Днепра. Один в один пахнет. Вот здесь вот. Yeah.